пространство здесь. Я не один творю. Со мной рядом и пред вами вдохновение прекрасное мое. Вот взор свой к людям устремила Любомила. Единый слился возглас восхищения всех людей. На лике девушки не дерзкая, но смелая улыбка засияла. Энергия любви ее переполняла. Сильней обычного румянец на щеках играл. Здоровьем пышущее тело девы и яркость глаз теплом окутали людей и сущие вокруг. На миг все замерло. Богиня молодая пред людьми во всей своей красе сияла. Скажи всем людям, дочь моя, венцом всему, кто будет над прекраснейшим пространством этим? Кого своей рукой могла б ты повенчать? Она тут повернулась к юноше, стоявшим на пригорке рядом. Венец достоин тот принять, чья мысль способна прекрасным будущее сотворять. Он опустился на колено перед нею. И девушка, венец красивый, сплетенный собственной рукой, на голову его тихонько возложила. Что будешь делать, венценосный ты, имея над пространством своим власть? Прекрасным будущее буду сотворять. Где силы будешь брать? И вдохновение, мой сын, и венценосный сын Творца. В любви. Энергия любви блуждать способна по вселенной всей. Как сможешь ты увидеть отражение любви вселенской на земле? Есть девушка одна, отец. И для меня она энергия любви, вселенское отражение на земле. Спасибо всем, услышавшим меня. О сотворении пространства нового поведала душа. Спасибо всем любви, энергии познавшим. Мечтой души помысленная пусть взойдет с земли ростком. Эти слова людей вокруг стоявших в движение радостное привели. И с гордостью, и радостью, и трепетом великим в землю сажали люди семена и саженцы. Всего лишь несколько минут прошло, заложен был чудесный сад, мечтою сотворенное пространство. На землю капельки дождя упали. Был необычным и коротким очень теплый дождь. То слезы радости и умиления глаза Создателя роняли и омывали сотворенное его детьми прекрасное пространство.